Услышать, чего хотят люди – приоритетная задача хорошего правителя. На этой неделе глава Кировского района Алексей Кондрашов дважды встречался с жителями. Во вторник свои вопросы главе задавали жители муниципального образования Княжево, а в четверг Алексей Кондрашов приехал в Ульянка. Открытый диалог претворяла небольшая вступительная речь главы. Алексей Кондрашов отчитался перед жителями об успехах прошедшего года. Уровень безработицы в районе снизился на 35%, стало меньше преступлений. А в городском конкурсе по благоустройству территории Кировский район занял почетное второе место. Возможность пообщаться с главой района пришлась по душе людям. На обеих встречах в зале не было свободных мест. Секретарь главы принимала записки и обращения граждан. Давайте начнем. Не буду я записок. Записки все заберу с собой. Будем отвечать письменно. Давайте поговорим. В Княжево спрашивали про дороги, точнее про Дачный проспект. Пробка в нем стала недоброй традицией. Мы большие надежды возлагаем на строительство и запуск западного скоростного диаметра. Как вы знаете, съезды уже сделаны на автомобильную улицу. На вторую встречу вместе с главой приехал его заместитель по части жилищно-коммунального хозяйства. Сергей Орлов помогал главе. Жители Ульянки больше всего интересовали вопросы ЖКХ, в том числе тема аварийных балконов. Надо принять сейчас вам все меры, которые вы предотвратили аварийность, то есть обстучать вот эти отслаивающиеся элементы, укрепить конструкции или снять их. Это вот в рамках эксплуатации. Либо, если вы самостоятельно управляете своим домом, либо есть у вас управляющая компания, они за счет тех средств, которые получают от населения на содержание и управление жилым домом, обязаны это сделать. То есть... В этом муниципальном образовании многие дома обслуживают проблемная управляющая компания. Сити-сервис, отказы в возвращении 13 квартплаты – привычное дело. Алексей Кондрашов призвал ульяновцев устроить общее собрание и сменить управляющую компанию. Он пообещал свою поддержку. Я как глава не могу равнодушным быть к заявлениям, к обращениям, к проблемам, которые волнуют вас, потому что вы живете на этой территории, пользуетесь услугами управляющей компании, платите налоги, платите коммунальные платежи. Если за вас не будем вступаться мы, то тогда кто же? Каждая встреча длилась около 2 часов. Жители района уверены, что такие мероприятия приносят результат.